Одна из основных задач во время подготовки и проведения предстоящих выборов губернатора Тюменской области – обеспечение комплексной безопасности всех участников избирательного процесса. В ходе подготовки к единому дню голосования во всех муниципальных образованиях Югры были проведены мероприятия по обеспечению безопасности избирательного процесса. Среди них обследование помещений для голосования, инструктажи для членов избирательных комиссий, а также практические учения по отработки навыков действий в различных нештатных ситуациях. На участках с целью обеспечения охраны общественного правопорядка и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций будут дежурить сотрудники ОМВД и МЧС. С момента поступления на участки бюллетеней для голосования действует режим их круглосуточной охраны вплоть до окончания выборов. Другие подробности в комментарии. Уважаемые жители и гости города Лангепас, 10 сентября 2023 года на территории города пройдут выборы губернатора Тюменской области. В соответствии с федеральным законом о полиции, сотрудники МВД по городу Лангепасу будут принимать участие по пресечению в ходе избирательной кампании, противоречащей закону предвыборной агитации, осуществлять охрану помещений, где хранятся бюллетени для голосования на выборах, участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для голосования и на прилегающей территории. Кроме того, гражданам следует помнить о необходимости соблюдать правопорядок, не поддаваться на провокации, призывать к правонарушениям, к участию в незаконных митингах. Законом за различные правонарушения предусмотрена ответственность, а сотрудники полиции будут пресекать данные правонарушения на корню. По словам сотрудников полиции, на каждом избирательном участке от момента открытия и до закрытия будут работать стражи порядка. Их задача – обеспечить не только безопасность проводимого процесса, но и предостеречь горожан от противоправных деяний. Проведение согласованных в установленном порядке массовых мероприятий, митингов, собраний расценивается как нарушение федерального закона и влечет административную ответственность. Гражданам, прибывшим на избирательные участки, следует быть внимательным и бдительным, обращать внимание и сообщать полицейским о вызывающих подозрения лицах. Стоит обращать внимание на оставленные в местах скопления людей бесхозные вещи, сумки и пакеты. Обо всех подобных фактах необходимо незамедлительно информировать находящихся на избирательных участках сотрудников полиции или сообщать дежурной части ОМВД по городу Лангепасу по номерам 254, 74 или 102. Важно отметить, что во всех муниципалитетах Югры предусмотрены резервные избирательные участки, куда будет перенесено голосование в случае получения сообщения о нештатной ситуации на участке.